В столице открылся эксклюзивный бутик шоколада ручной работы и клубники в шоколаде Сели Шоколя, который расположен в самом сердце Риксос Астана. Лакомства сделаны из высококачественного французского и итальянского шоколада. По словам директора магазина Салимы Сахипзада, клубника в шоколаде – идеальный подарок для всех праздников. Этот проект я создавала в течение 5 лет, так как я изучала самые лучшие рецепты по всему миру. Мы изучали, какой шоколад лучше всего подойдет, и пришли к тому, что самый лучший – это действительно итальянский и французский шоколад. Я считаю, что мой продукт дает те самые нереально крутые эмоции, счастье, радость, удивление. Самым полезным считается темный шоколад. Он содержит антиоксиданты, магний, кальций для здоровья костей и сердца. Исследователи предполагают, что дело в содержащемся в какао веществе андонамиде, который помогает избавиться от отрицательных эмоций, а сам запах шоколада вызывает чувство расслабления. Я очень люблю клубнику сама по себе. Я могу есть, не знаю, килограммами. А когда еще у нее шоколад, у нее, вы пробовали, нет? У нее вкус шоколада такой настоящий. Когда я заказываю, это, во-первых, знаете, во-первых, вкус, качество, но и эстетика. Вот она смогла создать вот это ощущение эксклюзивности. Мы как гости были в бутике, попробовали шоколад, и после этого я уже покупала несколько раз как подарки, потому что это отличная альтернатива каким-то обыденным вещам, цветам, обычному шоколаду. Те изделия, которые она делает, необычной формы, красивые, современные, они, конечно, они даже эстетически радуют, но вкусовые качества, они, конечно, уже просто приводят в восторг. Если вы будете есть шоколад не более 50 грамм ежедневно, то у вас понизится уровень стресса, нормализуется давление и улучшится работа мозга. В преддверии Нового года приобретайте оригинальные подарки у Сели Шоколя.